повешенным в рабочем кабинете нашли депутата Краматорского городского совета. Об этом сообщает местная милиция. Виктор Палагута занимал должность директора одного из коммунальных предприятий. Правоохранители рассматривают несколько версий причин происшествия, в их числе убийства и самоубийства. По уголовному производству была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. То есть по результатам, а результат это подразумевает получение акта, уже будет видно, от чего наступила смерть. Результаты в течение месяца.